Друзья, всем привет! Сегодня выпал у нас снег. Выбрался вот такой вот классный зимний день. Потестить вот такие вот дымы от разных компаний. Вот есть MA0508 от Максим. Вот такие. И есть 0205SM от Феерии. Сейчас потестим. Запустим все по 6 штук и глянем, у кого лучше дым. Поехали. Так, первое будем тестить дымы от Максим. Вот. Сейчас их расставим все 6. И будем, наверное, по 2 поджигать. Вот так разложили их и будем поджигать. Первые два вот будут желтый и зеленый. Поехали. Желтый неплохой. Ну, очень быстро как-то. Зеленый подольше. Да, желтый, наверное, прогорел быстрее. Зеленый был неплохой. Давайте дальше. У нас белый и фиолетовый. Да, фиолетовый видно и белый. Вот фиолетовый классный. Белый долго дымит тоже. Вот аж снег покрасился. Так, ребят, осталось два. Белый и голубой. Давайте их подожжем, тоже посмотрим, как дымят. Ну, голубой очень классный. Так, белый дольше всех. Первый белый тоже был долго, и этот. Вот запустили дымы от Максим. Далее переходим к дымам от Феерии. Дальше на очереди дымы от Феерии. Давайте сейчас разложим и будем запускать. Так, друзья, вот так разложили их в ряд. И давайте по два будем поджигать. Первый у нас зеленый и белый. Неплохо дымят. Ну, белый тоже долго. Дальше запускаем голубой и розовый. Посмотрим, как они будут. Так, голубой пошел. Розовый какой-то, не розовый, а фиолетовый больше. Хотя вот фиолетовый есть. Сейчас посмотрим. Так, вот так отдымели. И давайте последних два. Фиолетовый и желтый. Фиолетовый пошел, а желтый еще горит. Вот и желтый пошел. Неплохо. Одновременно закончились. Ну, тут как бы должен был быть розовый. Но они вот с фиолетовым одного цвета были. Вот так продымели от Феерии. Пишите в комменты, какие вам больше понравились. От Максим или от Феерии.